В воскресенье в Самарской области будет ясно и без осадков. Днем 12-16 градусов тепла, ночью плюс 3, плюс 5. Ветер южный, юго-западный будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 14, ночью 4 с плюсом. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, температура воздуха днем плюс 10 градусов, ночью 4 с плюсом. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 13 градусов, ночью 3 выше 0. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.